Не стоит к грифельной доске относиться слишком серьезно, хотя она и напоминает школу. Настоящий креатив неудержим и не знает, что такое слово «невозможно». Именно поэтому рождаются на свет смелые и восхитительные в своей дерзости идеи. Например, грифельной краской можно покрыть старый холодильник. Где же еще писать список покупок и послания другим членам семьи, как не на нем? У вас нет ретро-холодильника для подобного творчества? Подойдет и старый комод или шкаф. И если в вашей кровати нет изголовья, его вполне можно нарисовать. И поможет в этом грифельная доска. Ах, и комода у вас нет, и его нарисуем, если ваша меловая доска во всю стену. Такие рисунки можно сделать и постоянными, то есть с краской, и временными, с помощью мелков. Можно украсить стену меловой картины, ироничными портретами предков в забавных рамках или просто изрисовать все покрытое грифельной краской пространство забавными рисунками и милыми надписями. Ну или не очень милыми, это уже как понравится. Поднимает настроение с утра, знаете ли, очень хорошо. Повесить такой предмет, как грифельная доска, на стену для кого-то может быть слишком скучно. Ведь для меловой доски можно сделать специальный портал из лепнины, превратив ее в центр притяжения комнаты. Кто сказал, что грифельная доска в интерьере должна быть черной? К вашим услугам любой цвет. Единственное ограничение, чтобы на ней хорошо были видны надписи мелом. Одна меловая доска. Что вы, для творческих личностей это слишком мало. Почему бы не сделать несколько, оформив их багетами и красиво развесив по стене, а внутри нарисовать забавные рисунки. Простора для творчества сколько угодно.